Это песенка моего хорошего, любимого человека. Вы его все знаете. Понимаешь? В сущности не важно, по какому городу он бродит. Только бы в домах многоэтажных отворили двери на звук мелодии. Он таскает сумку почтальона, по ступеням лестничных пролетов, где не письма почерком знакомым, а душой написанные ноты. Как его зовут, совсем не важно. Будь Жозепе, Людвиг или Вольфганг. Только очень нужно, чтоб однажды получили весточку от Бога. Хлопоты семейных репетиций будут к небу возносить кварталы. Это очень важно, чтобы лица музыка надежды процветляла. Носят почтальоны Амадей божьи партитуры по квартирам, просят, извиняясь и краснея, расписаться под созвездием лиры. А жильцы степенно и вольёжно сквозь дверной глазок на них взираю. То, что удивляется, не важно. Важно, что совсем не открывают. Спасибо.